В Ульяновском управлении ГИБДД упорядочили прием граждан. Живую очередь на регистрацию транспортного средства временно отменили. Теперь эту услугу окажут по предварительной записи в едином портале госуслуг. То же самое касается замены водительского удостоверения. Подобные меры предприняты в связи с распространением коронавируса. В ГИБДД также предупредили о других изменениях. В частности, пересмотрены графики приема экзаменов в автошколах. Также, прием по внесению изменений в конструкцию осуществляется через электронный адрес. Электронный адрес размещен на сайте госавтоинспекции. То есть заходите на сайт госавтоинспекции, есть у нас электронный адрес, и подаете заявление на внесение изменений в конструкцию. В общем, все услуги осуществляются по предварительной записи через единый портал государственных услуг. По словам сотрудников ГИБДД, это дает свои бонусы. Речь идет о 30% скидке. Кроме того, есть штрафное послабление при регистрации транспортных средств. По закону это нужно делать в течение 10 дней с момента приобретения авто. Однако при нынешней ситуации в ГИБДД обещают войти в непростое положение граждан. И штрафовать их за небольшое нарушение сроков не будут.